Привет, друзья! Дело к весне, и мы решили сделать синичник. Чем он отличается от обычного скворечника? Тем, что он меньше, а диаметр литка от 30 до 35 мм. Мы сделали 32 мм. Будем делать домик для двух семей. А точные размеры вы увидите в конце видео и сможете сделать скриншот. Вам понадобится фанера 6 мм. Пилим ее на заготовке. Мы напилили детали нужного размера. И теперь лобзиком вырезаем фигурные части крыши. Часть домика мы собрали. Выпилили заднюю стенку и дверцу для ежегодного осмотра, чтобы почистить гнездо. Вот синичник готов. Осталось сделать только боковые дверцы для инспекции. Домик уже готов. И мы решили его украсить выжиганием. Для дверок нам понадобились две маленькие петли по 2 см. Кольцо-саморез. Крючочек мы сделали из гвоздя. Кольцо-саморез применили также на обратной стороне, прикрутили для того, чтобы закрепить домик на дереве. И вот получился вот такой маленький дворец. Санитарным силиконом проходим по швам. Получился такой результат.